Здравия будьте, бояре, с вами Волколак. Ну что же, пришло время для еще одного ролика по тундре. Сегодня в выпуске. За какую сторону лучше начинать играть? Все плюсы и минусы сторон конфликта в War Thunder. А также, что важнее, БР или ранг? И как подбирается техника в бои? Ну что же, не будем тянуть кота за хвост, начинаем. Начнем с последнего, то есть, что важнее, БР или ранг? Итак, смотрите, многих интересует, как в War Thunder идет подбор техники для боя, потому что иногда случается такая вот ситуация. Играешь ты, например, на первом ранге, и у тебя там техника 2.3 БР. БР, кто не знает, это боевой рейтинг. Это мощность вашей техники. Так вот, играешь ты на 2.3 БР, едешь там на каком-нибудь БТ-7, и тут вдруг в бою встречаешь Т-34 или что-нибудь по типу 4-го патика, который уже со 2-го ранга и который тебя прошибает на 1-2. И у многих возгорает из-за этого. И неспроста. Как подбирается техника? Дело в том, что помимо БР есть и ранги. И вот штука в том, что алгоритмы программы, ну, алгоритмы всей игры War Thunder, работают следующим образом. Они, фигурально выражаясь, смотрят, сколько у вас техники в слотах ангара, техника какого ранга и БР у вас там стоит, и подбирают бой с техникой примерно такой же, как у вас, по БР и рангу. Но тут важно понимать, во-первых, чем больше у вас техники определенного ранга, именно ранга, не БР, тем более велика вероятность, что вас закинет именно в этот ранг. То есть, если у вас, например, стоит техника из последней ветки первого ранга и из 5 слотов 3 занято ею, то 60% вероятность, что вас закинет именно на первый ранг. А две техники у вас второго ранга, если она по БР совпадает в той же, что и первая, а такое случается и часто, то скорее всего вы будете играть на первом ранге с техникой первого ранга. Но бывают и уникальные случаи. War Thunder вообще странная игра, тут можно снимать прям передачу «Невероятно, но факт» или «Очевидное, невероятное», что-то в таком ключе. Потому что иногда можно играть абсолютно на картонных танках, которые прошибаются с одного попадания, и их не будет прошибать целый взвод танков, будет просто гасить, а им ни хрена. А можно играть на каком-нибудь очень забронированной машине монструозных масштабов, и ее убьет какая-нибудь мимо проезжающая танкетка, стрельнув ей куда-нибудь в гусеницу. Ну, все мы знаем про левый каток смерти из видеороликов Беса. Но, тем не менее, есть такая заковыка. Например, у СССР есть самоходка Су-122. Она БР-2.3. И она второранговая. Но в основном она попадает в бои первого ранга, так как много техники у других стран с БР-2.3. Перворанговая. И в особенности, если она в слотах будет одна, а все остальные слоты будут заняты там БТ-7, БТ-5, Т-26, вот этой всей шушерой мелкой, то она будет в основном попадать на бои перворанговой техники. А вот если вы играете на Т-50, например, и он БР-2.7, то здесь и он является тоже второранговой техникой, то даже если он один у вас, а все остальное первый ранг, то вас, скорее всего, будет забрасывать на второй ранг, потому что БР чуть-чуть повыше. Более, ну, больше техники у других стран с БРом 2.7 на втором ранге. И тут приходит такое осознание, что все равно нихера непонятно, что важнее, ранг или БР, правильно? Ну, все просто. На самом деле важнее ранг. То есть по рангу техника раскидывается. Но нужно учитывать и помнить, в голове держать то, что сколько техники какого ранга стоит у вас в слотах. Это и есть решающий фактор. А БР здесь не так уж сильно важен. То есть важнее идет ранг. Но иногда случается что-то невообразимое. Например, Т-34, ну самый первый Т-34, у него БР-3.3, может спокойно попасть на бои в первом ранге. Вот такое бывает. Ну блин. Это War Thunder. Здесь всегда все не как у людей, а как у улиток. Ну что ж, с БРом и рангом разобрались. Теперь переходим к тому, за какую страну лучше играть. И начнем мы и будем продолжать в хронологическом порядке стран, как они расположены в игре, на табличке снизу. И первой идет США. Нужно сразу понять, что вы хотите от игры. И таким образом и выбирать страну,
за которую вы будете начинать играть и продолжать, соответственно. Американцы, они очень быстрые. Если вы хотите от игры динамики, быстрого захвата точек, маневрирования, то, пожалуйста, США – это ваш выбор. Танки первого ранга в США все, ну, практически все, очень юркие и быстрые. Причем даже у них, можно сказать, некоторая броня есть. Например, сразу в резерве дается плавающий танк, ну, по сути, лодка, ЛВТ. И штука этого танка не только в том, что он плавает, а и в том, что он не всегда отлетает с первого попадания, а часто не отлетает из 15-го. А дело все в том, что у него боезапас находится где-то на дне, которое практически на земле, а весь остальной корпус, он пустой. И народа много в этом корпусе. И, соответственно, из-за этого он отлетает очень медленно. Но, с другой стороны, пока не прилетит какой-нибудь фугас. Так вот, американцы, они в основном очень быстрые, юркие, и ими хорошо проводить как бы фланговые атаки, заходить в тыл противнику, захватывать быстро точки. Ну что, кто на первый на точке? Правильно, всегда американцы. Самая быстрая техника в игре. Поэтому, если хочется играть на быстрой юркой технике, пожалуйста, США ваш выбор. Далее у нас идет тысячелетний Рейх, который на поверку оказался не таким уж и тысячелетним и быстро рассыпался под натиском СССР. Ну да ладно. В массовом сознании немецкая техника воспринимается как здоровенная лязгающая херня, которую хрен прошибешь. Все такое мощное, монструозное. На деле оказалось это не так. Основная ветка танков у немцев – это пазики, танки ПЗ и различные их модификации. И у этих танков есть парочка особенностей. Особенность первая – они хороши в бою только в ближнем. То есть издали на ПЗ воевать в принципе невозможно. Там навешивать как-то. У них не только то, что с дальностью или точностью проблемы нет. Тут скорее пробивная способность. То есть издали стрелять из танков, даже если попадаешь, ну, то, что ты даже ранишь противника, вариант примерно, ну, там, 2 из 10. А убить это где-то там 5% из 100, ну, с ваншота. Поэтому германская техника – это техника, по сути, лобовой атаки, причем ближнего боя. Вот в ближнем бою пазики себя хорошо показывают. Всем известный пиздак – это прем для... от танка ПЗ-2, который, по сути, от пиздака отличается только тем, что он не прем. Вот и все. То есть ТТХ там никак не отличается. Кстати, когда начинаете определенной страной играть, вам дается прем этой страны из первого ранга, какая-нибудь техника. Также прем можно выиграть, пройдя какой-нибудь там чемпионат или что-нибудь подобное. Так вот, у немцев премом является пиздак. Он стреляет кассетами, и, ну, мы все знаем из ролика бесов, что техника хорошая, но только вблизи. Издали, ну, это такое. Плюс у танков ПЗ, у всей линейки, вплоть до Тигра, у них есть вот эта вот сраная полочка со скворечником. И они в эту полочку пробиваются всегда и везде. То есть по контуру всего танка есть эта полочка, и по контуру всего танка он в нее пробивается. Скворечник он пробивается всегда. Скворечник – это смотровая щель для водителя. И обычно происходит ваншот. Поэтому немецкая техника – это так. Вроде есть броня? Есть, да. Но если бы не полочка, она была бы действительно сплошной, а полочка делает танки уязвимой. Ну и скворечник, естественно. Касаемо снарядов, только ближний бой. На дальнем самоходки. Самоходки «Стук», они на самом деле «Штук», но я их «Стук» называю, потому что написано «Стук». Ну и юркая мелкая самоходочка а-ля «Броневик», самая первая в резерве находится, тоже очень хорошо вышибает танки, но, блин, сама картонная отлетает даже с пулемета. Играть за немцев – это только ближний бой. Хотите ближнего боя – вперед за Рейх. Ну что ж, далее идет великий и могучий СССР. И в игре за СССР тоже есть свой нюанс, как в анекдоте. Штука в том, что практически все танки до Т-34 42 года, КВ, ну это тяжелый танк, это понятно, и самоходок серии Су, исключая только Су-57, вся техника остальная, она ваншотная, она абсолютно бумажная, она сделана то ли из папье-маше, то ли просто из картона, но она прошибается абсолютно всем. Танки БТ-5 и БТ-7
Это, ну, танки, у которых как бы есть броня, но они всегда в лоб прошибаются с ваншота. Всегда. Трамваи Т-28 живут долго за счет здоровенного экипажа, но тоже они всегда на вылет бьются. Все. И только Су-122 держит удар более-менее хорошо, потому что, ну, у нее наклонная броня, и она действительно бронированная очень хорошо. Все остальное отлетает постоянно. Поэтому играть за СССР, чисто танкуя, как танки, не получится. Но есть и положительная сторона вопроса. У танков СССР практически у всех очень мощные стволы. Даже Т-26 резервный, он лупит всех на раз-два на своем ранге и на своем же БРе. Практически все у него отлетает, плюс быстрая перезарядка. Практически у всей техники, исключая КВ-2, естественно, у СССР очень быстрая перезарядка, отталкиваясь от класса техники. Плюс очень мощная пробивная способность. И это именно та техника, за которую можно воевать откуда-то издали, стреляя через весь город, через холмы и леса, будучи представителем крысиного царства. Это именно техника ваншотов в основном, либо очень серьезного поражения. Самоходки, которые стреляют как бугагасами, так и бронебойными зарядами. Танки, которые прошибают практически все и всегда с любого расстояния. Правда, с другой стороны, сами картонные. Поэтому, если хотите нагибать, так сказать, сразу нагибать, причем практически всегда с первого, максимум второго попадания, выбирайте СССР. Это именно та техника, которая вам нужна. Но будьте внимательны, не едьте танковать на этой технике. Потому что кроме Т-28 из первого ранга ничего не может танковать вообще. Следующая страна в списке – это страна, за которую никто и никогда не должен играть. Я не знаю вообще, как она здесь появилась и зачем, но за нее уж точно ни в коем случае нельзя начинать. Это Британия. Знаете, за нее имеет смысл играть только в том случае, если вы уже за все остальные страны прокачали абсолютно все ветки всей техники, вот только тогда можно крепко подумав сначала, переходить играть за Британию, потому что техника у чаехлёбов максимально хреновая. Дело не в том, что она просто хреновая, она усредненная, причем в убыток ей же. Она ни хорошо не стреляет, там пробитие всегда галимое. То есть, ну я не встречал технику у англичан, которая бы кого-то вышибала с ваншота. Такой просто не существует. Тем более мы все знаем, у англичан есть Арчер. И все мы знаем, что это за охренительная самоходка. Штука в том, что вся английская техника, она вот никакая. Причем и по броне она тоже никакая. Она так, да, некоторая техника у них может выдержать одно попадание. Может даже два. Но это максимум. Больше ей просто не станковать. Причем неважно, в какую часть танка стреляет. Неважно, кто стреляет. Она либо отлетает с ваншота, либо 2-3 попадания, все. Поэтому я не знаю, почему так получилась такая плохая Британия у улиток, но это страна, за которую в принципе нельзя играть. Ну, разве что уже действительно все прокачано и за все остальное играть просто скучно, вот тогда можно, да. Тогда можно поиграть за англичашек. А ни в каких других случаях, и тем более ни в случае начала игры, за англичайников играть нельзя. Следующая страна восходящего солнца и цветущих сакур. Единственная в мире страна, которая в ходе войны подверглась атомной бомбардировке со стороны США – Япония. За Японию я не рекомендую никому именно начинать играть. Танки у них интересные, несколько странные, но учитывая в целом Японию и какая она странная, было бы странным, если бы у них были нормальные танки. Штука в том, что за Японию просто нужно уметь играть. То есть нужно вообще уметь играть в War Thunder хорошо уже, когда переходишь играть за Японию. В лоб ею играть не получится, танки картонные в основном на первом ранге. Да и в целом на всех остальных тоже не очень сильно бронированные. Но некоторые из них довольно неплохие. Есть хорошая самоходка, стреляющая бидонами, естественно. Довольно быстрые, юркие танки. Но тем не менее, за них надо именно уметь играть, поэтому начинать за Японию крайне не рекомендую. А так, в принципе, страна интересная в плане танков, тем более интересные танковые цепочки, но учитывая, что за начинание за Японию вам дадут прем хуня, ну на самом деле хаго, но без сказал хуня, значит хуня. Так вот,
этот прем абсолютно не вывозит, если тот же пиздак действительно способен привозить опыт и серебряных львов, да и Т-26-4, который тоже является премом, тоже может приносить и львов, и опыт, то Хаго, она же хуйня, не может ничего, потому что танк абсолютно никакущий. Поэтому играть за Японию на первых порах, когда в игре еще вообще ничего не понимаешь, как она работает и как работают ее механики, в принципе, нежелательно. Следующий в списке у нас идет страна, над которой никогда не заходит солнце Мао, а также страна, которая лучшее в мире делает дешевые кеды – Китай. Вся китайская техника – это либо копирка советской техники, либо американской. Ну, либо что-то свое, но свои поделки у Китая крайне хреновые и странные. В целом, играть за Китай – это вот все равно, что играть за гибрид СССР с США. Некоторые танки быстрые, но при этом картонные и стреляют не очень. Некоторые стреляют хорошо, но тоже картонные. А некоторые даже держат удар и стреляют неплохо, да и ездят быстро, но при этом они с открытым верхом. И что, соответственно, делают технику очень сильно уязвимой к бунзуму в целом самолетов и арт-удару. То есть рядом взрывается снаряд, техники нет. Просто потому что экипаж посекло осколками, которые залетели через несуществующую крышу к ней. Поэтому на китайцах начинать играть в принципе можно. Есть там самоходка, передертая у американцев, неплохая. Есть, опять же, Су-76 советская. Есть тоже Т-26, тоже советский. Есть даже китайский колесный танк, который мне нравится за динамику и поражающую способность. Другое дело, что брони у него нету абсолютно. Поэтому начинать, в принципе, за Китай можно. Конечно, нежелательно, потому что, опять же, желательно, когда приблизитесь к Китаю, уже уметь играть. Но, в принципе, на Китае играть довольно-таки удобно. Приятно, я бы сказал. Техника вся усредненная, есть баланс, и в основном это все. Ну, опять же, нужно учитывать, что вся китайская техника, ну, практически вся, это еще чья-то техника, скопированная Китаем и выданная за свою. Нет, есть у них, я же говорю, своя техника, тот же колесный танк, который неплох, но это в целом вся своя техника, которая есть у Китая. Следующий у нас идет страна, которая отличилась в мире любовью к большим, шумным, многочисленным гуляниям, заклепкам и макаронам. Италия. Вы спросите, а при чем тут заклепки? Заклепки здесь при том, что практически все танки Италии клепанные и переклепанные. Просто заклепки — это главная доктрина Италии. И, в принципе, страна для начала очень даже хорошая. Во-первых, Италия отличилась тем, что создала самый маленький танк в мире. Ее почему-то считают самоходкой, но это не самоходка, это называется танкетка L3. И действительно, этот танк принимал участие в боевых действиях, и есть даже воспоминания многих танкистов с английской стороны, которые рассказывали, что эти танки давили гусеницами, настолько они маленькие, но они действительно очень маленькие. Партийная погоняла этой танкетки мандавошка. Она действительно очень маленькая, но кусается больно. У нее кассетное заряжание, и гасит она довольно неплохо. С нее даже можно одну-две техники в бою забрать. Это пока вас не вычислят и не плюнут в вашу сторону просто плевком. Любым. Ей сразу гоплы. Она всегда отлетает с первого попадания. Нет, бывают редкие случаи, когда ее забирают со второго попадания, но это очень редко. Все остальные танки у Италии, хоть они клепанные и переклепанные, из-за этого у них брони практически никакой, но у них есть интересная особенность, а именно их ходовая часть и гусеницы. Они очень проходимы, то есть там, где другие танки забуксуют, не поднимется в гору, застрянет в каких-то камнях, особенно это отчетливо хорошо становится понять на такой карте, как Карелия, итальянцы прут вперед, им вот все вот эти подъемы, камни, все вот это нипочем. У них очень подвижные гусли, и, ну, вся ходовая у них так сделана, что они очень проходимы, поэтому они пролазят там, где не пролазят все остальные. Поэтому эти танки можно использовать, например, для внезапных фланговых маневров, выныривая где-то у противника во фланге или в тылу, внезапно для всех остальных, потому что танк проходит там, где все остальные просто не пролазят. Ну и да, техника у них в основном очень маленькая. Вообще, вот эту мандавушку, у меня ощущение, что ее
сделали на базе первого Фиата, самой первой модели Фиата, Фиата Уно. Настолько она маленькая, компактненькая. Хотя, с другой стороны, все остальные танки Италии такие. Они любят, когда много народу внутри. Ну, чтобы поговорить было с кем, выпить, поспорить и так далее. Возможно, что-нибудь спеть и даже, возможно, станцевать прямо в танке. А еще есть, например, зенитка, которую, судя по всему, сделали из Феррари. Просто обрезали крышу и вместо сидений поставили зенитку. Правда, зенитка это хреновая, потому что у нее скорострельность очень низкая, плюс боезапас не очень большой. Но вот как убийца танков работает очень даже на ура на своем ранге и на своем ЖБРе. Главное знать, куда стрелять. Хоть и короткая лента, но перезаряжается она быстро, и танки выщелкивает просто на раз. Правда, и сама отлетает точно так же, потому что крыши у нее нет, и все, кто в ней находится, а это стрелок и водитель, отлетают с первого чиха в их сторону. В принципе, страна довольно занятная, чтобы начать за нее играть. Многие считают, что прагматиками, циниками и скряками являются немцы. И считают они абсолютно напрасно, потому что это не так. Все, что я сказал, больше подходит лягушатникам. А еще многие считают, ну по крайней мере у нас, что броня это про немцев. Ну, как выяснилось, нет. Это тоже про Францию. Французы к изготовлению танков подошли весьма интересным образом. Во-первых, они сделали все максимально минималистично до определенного момента, поэтому практически во всей технике у них два человека. Водитель и стрелок, и больше никого не надо. Во-вторых, их техника действительно имеет броню. В принципе, вся техника у Франции, начиная с Первой мировой, у них была ставка именно на броню. И поэтому танки межвоенного периода, а также танки Второй мировой, ну, начало Второй мировой, можно сказать так, у них имели гомогенную литую броню. И это им давало внезапно действительно броню. В то время как все давно перешли на заклепки и конструкционную сталь, у французов все из гомогенки, причем литой гомогенки. Исходя из этого, некоторые танки у французов из первого ранга действительно танкуют. Правда, они за это поплатились скоростью. Большинство французских танков очень медленные. Прям очень-очень медленные. Но при этом они способны выстоять под вражеским огнем 5-7 танков, причем постоянным огнем этих танков, от 15 до 30 секунд. То есть вас в течение этого времени просто будут обстреливать, а вам ни хера. А почему? А потому что этот танк просто не пробивается. Ну это происходит до определенного периода, пока не прилетит ваншот. Но с другой стороны, действительно, если хочется поиграть за бронированную технику, то пожалуйста. Жабоиды – ваш выбор. Ну и последней на данный момент реализованной страной в игре является страна, жителям которой не рекомендуется посещать восток Украины по причине того, что один раз они уже хлебнули горя под Полтавой. Я, естественно, о Швеции. Швеция в War Thunder показана интересным образом. Это страна самоходок. Больше всего самоходок разнообразных именно у Швеции, и в принципе все достойны внимания. Но одна особо отличается. Это SPG FM-43-44. Про нее есть полноценное видео у Беса. Это самоходка, которой плевать на ранги. И это действительно так, потому что она уничтожает любой танк с одного попадания, любого ранга, вплоть до танков, где начинается активная броня. То есть примерно вплоть до танков 60-х годов. До этого периода все танки отлетают с одного попадания. Более того скажу, что если танки стоят кучно и рядышком стоят 2 или 3 танка, с одного выстрела можно 3 фрага заиметь. Потому что снаряд, вылетающий из СПЖ, ну скажем так, в нем 8,5 килограмм тротила, поэтому он сносит просто все взрывной волной. Я не раз делал на ней такие фраги. Остальная техника — это другие самоходки. Это САВ, самоходка, которая чуть выше по рангу, но по пробивной способности, естественно, СПЖ уступает по всем параметрам. Это зенитка с непроизносимым названием, которая работает лучше по танкам, чем по самолетам. По причине того, что у нее всего 4 магазина, которые очень быстро заканчиваются. Но пробивная способность у этой зенитки очень хорошая, поэтому по танкам ей работать только в путь. Есть и КВ-самоходка, СТРВ-самоходка и несколько
СТРВ, которые больше известны как стервы, танков. Для первого ранга танки вполне себе нормальные. Такие тоже усредненные. Брони практически нет, но иногда бывает выдерживают 1-2 попадания. Да и сами стреляют неплохо, плюс перезарядка довольно быстрая. Для начала игры в War Thunder Швеция вообще идеально подходит, учитывая, что та же СПЖ, она на первом ранге находится. Ее прокачиваешь и начинаешь ваншотить тупо все. Вообще все. Единственный у СПЖ такой серьезный минус, это то, что она открытая. Поэтому если рядом взрывается снаряд из арт-удара, всему экипажу приходит трындец максимально быстро. Ну и, конечно, стрельба из самолетов тоже не идет плюс СПЖ. Перезарядка у нее, конечно, долгая, но это у всех самоходок долгая перезарядка, таких крупнокалиберных. И это, скорее всего, как бы расплата, чтобы они не были имбой. Ну, как говорится, все, что знал, рассказал. Если хотите подробное видео такого же типа, только про самолеты или корабли, то напишите об этом в комментариях. Ну а все, что хотел сказать, я сказал. Так что подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, подписывайтесь на группу ВК, ссылка в описании. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Рассказывайте об этом видео друзьям, родным и близким, незнакомым людям на улице, знакомым и незнакомым людям в соцсетях, домашним животным, скотине в хлеву, если живете в сельской местности, конечно. Всем удачи и увидимся! Душу, лишь на рассвете, как лёд, это грех.